Политическая ситуация в России и в мире очень сильно обострилась. Есть разные уже такие полушептовские подпольные какие-то изрекания, что и война может начаться в любой момент, даже называется дата 15 декабря. Хотя, честно говоря, я не вижу необходимости начинать военные действия за 10 дней до Рождества, если уж у нас Америка и Европа такие верующие страны, когда в это время делается основной бизнес на торговле различными подарками и всевозможными аксессуарами именно к Рождеству. Поэтому я вот в такую дату, я, честно говоря, не верю, она непрагматичная с точки зрения различных ее аспектов. Но сумасшедшие воины, такие как Гитлер, Македонский, Наполеон, они могут мыслить по-своему. Им, в принципе, подарков-то делать не надо. И они могут не получать подарки типа телефончика нового или какой-то куколки. Они-то все размышляют большими стратегическими размерами. Так что у нас сегодня ситуация там, на украинской территории, она развивается очень жарко. Товарищи, которые нам совершенно не товарищи, подогревают много народов, чтобы они поубивали друг друга на украинской территории. И, как всегда, эти товарищи, стравив очередную цивилизацию между собой, из нее выйдут совершенно с большими приобретениями. В прошлый раз они приобрели себе новые с нуля государства, плюс еще вековые выплаты за то, что на них косо смотрели все это время, пока все остальные воевали. Поэтому я считаю, что, конечно, заинтересованные люди, нелюди, существуют, они подогревают эту войну. Но я думаю, что среди европейских и американских политиков существуют также люди, которые и могут этой подогревательской деятельности противостоять. Я надеюсь на таких людей. У нас же ситуация очень сложная, потому что наши политики, судя по всему, натолкнулись на свою собственную спину. Они так быстро и так громко бежали вперед, что догнали себя со стороны задницы. И теперь наступила у нас полная задница, и наша с вами экономика, наша с вами жизнь повернулась к нам как раз этой стороной. Почему? Потому что мы видим, что к Новому году все наши политики, золотые, замечательные и суперзамечательные, они пришли все с негативными отчетами. Кто-то говорит, что у нас кругом нищета, и давайте ее будем считать по-другому, потому что, видимо, этот политик, а у нас сейчас политики-то в основном украинские, они русский язык по-другому уже начинают понимать. И когда говорят «нищета», то есть они понимают, что корень в этом слове образован от слова «счет» и предлагает, что нужно считать по-другому. Поэтому недели две тому назад у нас официальные ведомства выступили с тем, чтобы нищету теперь надо было бы посчитать по-другому. Вот и будут бороться с нищетой другими счетами. Я думаю, даже специальный калькулятор выпустят, в котором специальные действия будут такие, которые нищету обернут в прибыль, и мы с вами увидим веселых и радостных пенсионеров, многодетных мам, которые при последнем глотке воздуха от голода и от той самой нищеты будут улыбаться, потому что вот так им посоветовал тот самый калькулятор. Мы в предыдущем ролике останавливались, что вокруг России создается или пояс безопасности, или удавка для России. Что имелось в виду в полном смысле? О том, что единственное, у нас осталась территория, похожая на Советский Союз, или она фактически полностью олицетворяет политическую, экономическую трафик, то как раз это составляла Белоруссия. Беларусь сохранилась промышленность, экономика, политическая структура такая же, Советы, Верховный Совет, экономика. Благодаря именно вот такого порядка вещей Белоруссия процветала и являлась образцом для всего советского пространства и после развала Советского Союза, и для России. Все народы нашей бывшей страны говорили «батька с уважением»,
к Белоруссии, к Лукашенко лично. И даже больше старались копировать или взаимодействие, наладить экономические, политические, дружеские связи с этой страной. Я имею в виду все страны, которые у нас отошли от бывшей Союзной Республики. И вдруг полная конфронтация идет. Наезды со стороны Запада на белорусы, и на Белоруссию в целом, и на батьку в том числе. И с российской стороны тоже либералы старались всячески оговаривать его, то, что он вроде обкрадывает Россию, что он получает ресурсы за копейки. Ну, вся эта ложь, конечно, наяву, поскольку я знаю, что у них работает вся промышленность, и товары оттуда идут, они ходовые товары, как на экспорт, так и для России. Поэтому образец это хороший, поэтому оголтелая политика против Беларуси связана с тем, чтобы остановить дублирование или брание, как образец этой страны, другие республики. Они потянулись в Беларуси. Даже и прибалты все имели экономические товарные отношения с Белоруссией. Даже Польша. Поэтому этот порядок, который установился в России, или был бы такой порядок еще в советский период, видели как занозу в своей политике, я имею в виду Запада. Поэтому нападение на нее. И, с другой стороны, непонятная позиция России, которая говорила об интеграции, даже и о создании союзного государства, которое уже фактически не 30 лет, а бюджет оказался тот же самый, там 6 миллиардов, я знаю, вот. И никакого роста или интеграции полной, чтобы мы, собственно, взяли на вооружение то, что процветает Белоруссии. Вот, я имею в виду развитие промышленности, экономики, сохранение всех политической структуры, советы. Наши всячески отворачиваются, и с другой стороны мы понимаем, что на Россию готовится очень большое нападение, оно уже осуществляется всякими методами, пока боевых действий нет, но экономически стараются заблокировать санкциями и Белоруссию, и Россию. И тем более это связано еще с нашими славянскими тремя государствами: Беларусь, Украина и Россия. Поэтому накат и этот, как бы, вот этот узел самый опасный, который может в любое время взорваться. Мы всегда, сколько в роликах говорили, у нас очень обращение к вам, всегда пророческие. Что мы не говорили, всегда сбывается, не к нашей радости, а мы, наоборот, показываем пути нашему Кремлю, который смотрит не в то окно и видит все в кривом виде. Не прислушивается к мнению, которое выражает и народ, и специалисты, и знающие люди, имеющие жизненный, профессиональный опыт. Берем другую сторону, ту же самую внешнюю военную. Тут тоже у нас все так же скользко, я уже сказал об угрозе войны, но дело в том, что и наши взаимоотношения с так называемыми партнерами какие-то непонятные. Если тут недавно показан был какой-то фильм про нашего главу МИДа, что он там с какими-то денежными мешками отдыхает на их яхтах, хотя я, например, считаю, что он не был на яхте какого-нибудь миллиардера, а глава нашего МИДа Лавров, он отдыхал на своей яхте. Просто эта яхта была записана на миллиардера, который за ней ухаживал, полы драил, паруса начищал, ну там просто делал так, чтобы она не стояла в доках. А уж хозяин приезжал туда со своими этими девчонками, там упоминалось каких-то 3 женщины, мама, дочка и внучка, которых он вместе сразу ставил на лыжи и показывал им, как работает биатлон. Так вот, у него и лыжня-то, и денежная всякая машина, все это получается нормально, судя по тому, что обидчика его посадили, тот, кто выпустил о нем такой плохой фильм, а то, что он сам государственный деятель, вот в таких вещах был замазан, я думаю, что ему дали, наверное, что-то типа Героя России, ну, чтобы ему было не скучно, чтобы не было обидно, потому что часто у нас все эти медали раздаются налево и направо, тут опять на днях был ролик, что какому-то певцу, я не смог его запомнить фамилию, имя, ну там типа Вася Степанов, вот что-то типа этого. Никто его не знает, я уверяю вас, что никто его не знает, потому что я сам музыкант, я люблю музыку и слежу за ней, но такой фамилии я не слышал. Так вот, ему 23 года, и он получил орден за заслуги перед Отечеством. Поэтому, когда мы говорим о Лаврове, что тут размениваться? Надо сразу герой давать, как тому самому Кириенко. Но Кириенко хотя бы понятно, за что дали. Это секретные
часть, как тогда и говорили, когда его наградили, сказали сразу, что это за секретные заслуги. Кто-то подумал, что это на фоне разрастания количества ядерных объектов. Возможно, я не буду спорить, я потому что не знаю. Но есть другая тема, за которую он мог получить этот самый героический знак. Но эту тему говорить совершенно нельзя, потому что она вообще закрытая. Ну, наверное, потому что уж я тогда не знаю, за что ему тогда могли дать. За только изумительный блеск и освещение комнат своим челом, может быть, я предполагаю только это, уж последнее. Он, может быть, какой-то действительно иллюминат-осветитель. Виталий Борисович, вас можно поздравить с проведением очередного третьего съезда. Что сделано за этот год? Какие результаты достигнуты? Какие планы на следующий? Да, мы провели третий съезд. В этом году мы объединили ряд общественных организаций, такие как «Боевое братство», чтобы достигнуть своих общих целей на благо сильной России. Съезд был проведен на высшем уровне, были уважаемые люди, почетные гости. Мы продолжили работу с регионами. Все больше молодежи присоединяется к нам. Сотрудничество с госорганами еще более эффективное. Хотя в 2021 году было много достигнуто благодаря сплоченной и оперативной работе нашего комитета по всей России. Например, в Башкирии выявлено коррупционное преступление. Были рассмотрены обращения граждан в наш комитет. Были выявлены коррупционные составляющие в Минобороне Российской Федерации, в Управлении Федеральной налоговой службы. По взаимодействию с прокуратурой проведена проверка в выявлении и в хищении средств ЖКХ по ТКО. Также нашумевшее дело, которое вы, наверное, слышали в Крыму, министр Крыма, который был с поличным взят при взятке в крупную сумму. Опять же, при содействии нашего комитета, это я просто не все регионы вам называю, с компании РНТВ звонили, пригласили нашего заместителя. Он давал пояснение данной ситуации, которая произошла в Крыму. Поэтому регионы наши работают. Несколько раз затрагивали вопрос экономический. Вот наши профессиональные, вот это, я не политиков, я имею в виду, потому что те вообще далеки от экономики, не понимают ни ничего, производственные в экономике. А я имею в виду чиновничий класс, который у нас устанавливает порядки, экономические порядки. Собственно, у нас нет ни классического капитализма. Капитализм в первую очередь предполагает рыночную систему, конкуренцию. Конечно, какая у нас конкуренция? У нас нет. У нас рисуют нулики. Дефолт фактически, потом инфляция рисует нулики. И опять идем к какому-то прыжку бесполезному. Вот возьмем, допустим, мы поставщики углеводородного сырья. И он самый востребованный, лучше всякого золота и лучше всякой валюты. Это невозобновляемые источники нашего процветания. Рисуют у нас нулики, допустим, на любой товар или при конвертации. Бочка нефтянки стоит $75 или $70, ограничимся круглой цифрой. Значит, у нас, если 75 на 200 килограмм бочка нефти, делить ее на 200 килограмм, это получает 35 центов. Литр нефтянки. Если перевести на рубли, это будет ровно 35 рублей. Килограмм яблок, я вам скажу, 100 рублей выходит. На килограмм яблок надо нам 100 рублей яблоки, а даже и по 200 есть, и по 150. Это надо, представьте себе, 3 литра нефти. Если яблоки, допустим, они каждый год урожай, то нефтянка не возобновляется. Возьмите любой товар, вот любой эквивалентный товар, я имею в виду нефтянки этой, то, что он завышен в 3-4 раза. Поэтому я не знаю, какая потребность нашей экономической политики или политической экономии рисовать эти бессмысленные нули. Отсюда пляшет и вся вот эта кривая экономика. Она пагубная тем, что она фактически обескравливает, уничтожает наше население. И вот эти нулики рисуют для того, чтобы людям обеспечить какую-то видимость высокой зарплаты или высокой доходности. И фактически это оборачивается вот тем, с чем мы столкнулись на Кузбассе. Людей толкали в пропасть, фактически в ад. Все там зашкалило, пищало, кричало, что нельзя туда. Представьте себе, если бы мы на атомной станции все показали, да, обыкновенные электростанции, ТЭЦ, техники, не смотрели бы на приборы, все бы взорвалось. Там приборы все следят, сколько пара, сколько давления, как что. И бебеги туда шли, там мигало, что нельзя, казалось бы, ну что проще. Собственникам или производственникам, кто отвечал за это производство, заблокировались, как только сигналят датчики, сразу блокируются двери и не пропускают никого. Все. Однако что-то толкали, если человек не идет туда, увольняй. И теперь молодое поколение, в основном ребята 35 лет, и притом не однажды уже,
А уже там было, я знаю, через 5-10 лет постоянно эти аварии случаются, вот, и никому это дело. Собственник намыл там около 2 миллиардов, вот, и ручки потирает, хотя там склоняясь, что он вот, ему неудобно, что столько погибло. Да он радуется в душе, что у него такие прибыли, понимаете? А что загублено столько душ, это не абсолютно. И зимний, я помню, вишня горела, собственник оказался непривлеченным. Потом в Татарстане, я помню, магазин огромный, 60 чем-то, в том числе детей, торговый дом, компания «Адмирала Семин», убежал в Париж, никакой отличный директор, этих простых исполнителей посадили, а собственник, который создает эти условия деятельности рабочего, никто не привлек к ответственности. И я к чему это все веду? К тому, что вот эта безответственность, полная безответственность наших любителей наживы, никто не отвечает за жизнь наших людей, наших граждан, приводит к тому, что, конечно, такое общество не может развиваться, и это говорит о том, что чиновники безответственны своим отношением, не понимая, что они делают, затягивают узел на нашем государстве. По поводу комитетов, которые еще есть на пространствах интернета, федеральных комитетов. Федеральный комитет всего один. Раньше возглавлял Виктор Иванович Черепков. 3 года назад мы провели модернизацию этого комитета. Разошлись мы с людьми, такие как Александр Асеев, там Александр Меркулов, потому что у нас разошлись взгляды, именно политические взгляды. Потому что мы идем в ногу с системой, мы противодействуем коррупции. Люди, те, которые были раньше в комитете моими заместителями, они немножечко другого направления. Направление какого? Они именно за оранжевую революцию, за смуту в стране в наше нелегкое время. Поэтому я считаю, что нам с такими людьми не по пути. Человек, который имеет, примерно, объясню, долг 4 миллиона рублей перед государством, при этом объявив себя банкротом, он не может возглавлять никакие комитеты по определению. Да, эти люди числились моими замами, но очень быстро они показали свое истинное лицо. Вы знаете, есть известный персонаж из фильма «Властелин колец», которого звали Голум. Это полное олицетворение Копыленко. Это персонаж, который стремился к власти, который ему не по силам. И при этом, как и Голум, он потерял свое человеческое лицо. Проведу пример. Голум продает человеку машину. Извините, что я его так и называю, но это на самом деле такой персонаж. Человек покупает эту машину, ставит на учет и обнаруживает, что за этой машиной имеется долг по судебным приставам в районе 400 тысяч рублей. На что Голум отвечает: нет, я не буду закрывать эти долги. Да почему? Да потому что покатаетесь пока на этой машине. Сейчас скоро сменится власть, все долги спишутся. Голуму доверять нельзя. Наша задача — защитить в правовом поле добропорядочных граждан. Тоже вот смотрите, я обыкновенный пример приведу. Вот Москва, огромный город. Я помню, когда курировал Министерство строительства юбилейных объектов, Арбат, вот Останкинская, гостиница России, Генштаб. Я помню, зам Посокин, главного архитектора города Москвы, говорил: Владислав Андреевич, что Москва должна быть не больше 3,5 миллионов. Больше это метастазы, то есть город умрет. Мы сейчас видим, уже город фактически зашкаливает, это только 12, как они считают. Ну и набежало сюда, и до 30 миллионов кружит вот внутри Москвы людей. И главное, неучтенных, и легальных, и нелегальных тут сброд, что Медведев вынужден был сейчас объявить о том, что надо ликвидировать эти этнические анклавы. И Собянин, можно сказать, огромные деньги тратит на всякие этажерки, вот эти путепроводы трехэтажные, развивает транспортный, личный, общественный транспорт. Ну, спрашивается, ну куда ты идешь? Зачем? Дороги. Казалось бы, уже давно ясно, давно уже Европа, уже давно те инженерные ученые разработали дроны. Дроны в военных целях таскают по 1,5 тонны бомбы, да не одну даже. Дроны способны пустить в коммерцию, то есть возить как общественный транспорт, такси, автобусы. И не надо никакого нефтянки загаживать воздух. Не надо эти дороги, не надо пыль вот эту от колес. Не надо вот это личного транспорта. Пусти ты общественный транспорт, хорошие на электрические тяги, без всякие это, углеводорода. Это экологически чистый воздух. А личный как используешь на конкретные маршруты, это дроны.
такси или личный транспорт, пространство полно. Зарывают, нет, дать людям благосостояние на эти деньги, это пустые затрачены. Что же касается наших военных, тут ситуация получше, потому что у меня есть, по крайней мере, такие неофициальные, конечно, но какие-то такие из СМИ собранные данные, что, в принципе, ситуация ничего, нормальная. То есть страшно, конечно, потому что сумасшедшие могут напасть в любой момент и испортить нам всю зимнюю сессию праздников. Но если с сумасшедшими на одной планете жить, а мы знаем, что они к нам все время с войной приходят, потому что они без люлей жить не могут, и где-то раз в 50 лет им нужны обязательно эти самые люли, потому что они, видимо, от них как-то подпитываются. И поскольку Европа – это матриархальная цивилизация, я всегда считаю так, что женщины, они в принципе без люлей жить не могут, потому что вот мне по жизни много встречалось девушек от маленького до большого, как говорится, возраста, они все вот такого плана девушки, они все говорили мне, что самое главное у них в жизни, это чтобы мужик их бил ногами, руками, поленьями, или как там в деревне раньше было, оглоблями, потому что больше кроме оглоблей ничем не пробьешь. Я всегда спрашивал, а зачем вот нужно, чтобы тебя били-то? Она говорит, ну вот я тогда понимаю, что этот человек, он сильный, что вот он меня бьет, я понимаю, что он может за меня постоять. Не то, что ей там это особенно надо. Она потом очень долго восстанавливается и возвращается к нормальной жизни, зато у нее возникает уверенность, что ее мужчина сильный, правильный и может заступиться за нее, за семью, за себя постоять. Ну, возможно, это правильно, возможно, нет. Может быть, те, которые не любят, чтобы их били, может быть, они со мной поспорят. Я, честно говоря, мне как-то предлагали женщины тогда в молодости, мол, типа, побей нас там, еще что-то. Вы знаете, ну, женщину бить, я не знаю. У меня так рука и не поднялась, потому что я в этом не вижу никакого самоутверждения. Ну, если только в шутку там как-то вот так. Но больше я не знаю. Ну, как больше? Но это я ушел уже от темы. Я к тому, что Европа, она вот вся такая матриархальная, я уже много раз об этом говорил, это ее такой уклад. Она любит получать люли, поэтому за ними регулярно сюда и ходят. Американцы, в общем-то, никуда никогда не ходили, так иногда роботов немножко гоняли там на Востоке. Но, в общем-то, и с роботами у них не сильно получалось, потому что те гады могут и под землей лазить, как, например, вьетнамцы. Помните, они хлеще червяков под землей ходов нарыли, и из этих ходов все время уничтожали тех самых американцев. Американцы оттуда, из Вьетнама, вернулись очень сильно разозленными, и потом половину своей страны в террор превратили. Именно из-за того, что самих американцев ловить-то на поверхности легко, а там, во Вьетнаме, куда? Вот он в люк голову сунул, а ему оттуда вьетнамец из какого-нибудь огнемета бах в лоб, и все. Вот и вся война американо-вьетнамская. Больше ничего там особенного не было. Аналогичная война была американцев в Афганистане. Там то же самое. Они сидели себе под солнышком, под козыречком, заставили афганцев работать в 3 смены на полях, и часть, большую часть, 90%, я думаю, что может быть и 99%, отдавать им, американцев, чтобы они продавали на свободном рынке всю эту гадость, которую там охраняли. Вот и вся война, опять же, и убежали они оттуда, как вы знаете, очень нормально, очень быстро, и гроздями с самолетов всыпались те самые афганцы, которым они, видимо, при убегании не доплатили. Поэтому война, вот она вот такая нам грозит. А украинцы, ну, я не знаю, тоже в ту войну, конечно, я не буду так огульно говорить, что многие из них. Но, понимаете, каким-то образом вот эти все бандеровцы появились, ведь на русской земле бандеровцев-то не было, а на их земле каким-то образом появились. Поэтому и мы и говорим о том, что они, конечно, вояки, но это наши братья, нам с ними воевать не хочется, а те, которые все-таки хотят с нами воевать, они с нами не братья, они бандеровцы, там другой разговор, ну, в общем, как тогда их пощелкали, так, я думаю, что и сейчас. И опять возвращаясь к нашей демократии уже российской, у нас здесь сейчас чехарда очень сильная с правоохранительными органами. Возможно, через пару недель сменится руководство ФСБ, уже вроде как новый руководитель пошел на карантин. Не знаю, так это или не так, но, по крайней мере, есть такие данные. И есть такие же данные, что многие
различные ведомства попытаются некоторые части свои слить воедино, чтобы увеличить управляемость всеми этими своими подразделениями. Потому что пока сейчас расползлось так, что уже вор на вору и вором погоняет. Чем больше погонов на человеке, чем больше его звезды, тем больше он ворует. Мы все помним тех самых милиционеров, которые воровали комнатами. У них вместо кошелька были комнаты, забитые деньгами. А сейчас вот, пожалуйста, Росгвардия попалась со своими этими миллионами, которые они тоже разворовали. Поэтому я думаю, что просматривается такая нехорошая тенденция, что звание полувоенное, такое полицейское, и звезда на погонах прямо показывают степень того, насколько коррумпирован этот человек и насколько он вор. На общем мероприятии награждения мы награждали вместе с Павлом Глобо. Я его как-то спросил: «Павел, какой будет следующий год? Чего нам ожидать?» Меня порадовало то, что он сказал, что в следующем году все стабилизируется. Никакого военного положения не будет. И наша страна выйдет из тяжелого положения. Вот именно в этом отношении, я в этом ключе хотел бы продолжить, что наши граждане должны верить в то, что все будет хорошо. И любые сложности мы пройдем вместе с вами. Следующий год, он будет у нас более плодотворным. Мы проведем ряд мероприятий по регионам Российской Федерации. Будем ездить, встречаться с регионами, общаться с главами регионов. Для того, чтобы больше информации предоставлять людям по регионам, чтобы они понимали значимость нашего комитета, нашего казачества, которое сейчас проводится везде по всей России. Также в следующем году мы хотим заключить договор с СКВРЗ, который возглавляет Николай Дьяконов по всем регионам Российской Федерации. Наше казачество также будет расширяться вместе с этим. Потому что совместно и казачество, и то объединение солдатских матерей, которые сейчас вместе с нами, и то объединение офицеров, которые России вместе с нами также, и боевое братство, которое нам присоединилось, мы только будем расширяться и показывать свою работу по всем регионам, чтобы люди в нас начали верить, то, что на самом деле мы хотим им помочь. Все-таки Россия у нас сильная. Чтобы Россия была сильной, я хочу к вам обратиться. Вы должны ее любить. Как вы начнете ее любить, она будет еще сильнее. Я хотел бы вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья вашим близким, детям. Чтобы вы не отчаялись и не отчаивались ни в чем. Чтобы все, еще раз повторяю, все трудности, которые будут, мы пройдем их вместе с вами. С наступающим Новым годом.